Сегодня отмечается профессиональный праздник сотрудников пожарной охраны. В Тобольске чествовали героев Огненного фронта. Для них сейчас непростой сезон, поэтому сейчас особенно важно выразить им благодарность. Пусть статус государства на данный праздник получил не так давно, только в 1999 году. Тем не менее, его история начинается в 17 веке, и в этом году уже отмечается 372-я годовщина со дня образования пожарной охраны России. Я от всей души поздравляю своих коллег с профессиональным праздником. Желаю всем любви к профессии, преданности и, конечно, по традиции, сухих рукавов. Огнеборцам были вручены медали за отличие в службе, грамоты и благодарность от главы города и главы Тобольского района, а также дипломы за спортивные достижения.